Так вот, начинаем подготовку к съемкам в Ростовской области. Весь день пути, потом за дровами, лесополосу. Там просто амброзия, поэтому тебе не нужно. Я не пойду, я не пошел, да, я здесь жду вас. Ты ломай, надо дрова. Ломать, я буду ломать сейчас. Как мы будем помещать? Ну, положим между Петей и Владиком. Прям много тут надо ломать. Наломал немало веток, ну, наломал немало дров. Их надо все ломать напополам. Ты меня пугаешь. На оператора наведи камеру, потому что смертельно много. Страшно, да? Вот так. Друзья, мы в поисках локации. Время поджимает. Скоро солнышко спрячется. Ну и что я могу сказать? Ищем локацию, ищем. И никак не найдем место, чтобы был красивый вид на Дон. Ну вот, нашли кое-какой вид, но не сильно видно. Петь, ну как ты думаешь, получится что-нибудь у нас сегодня? У нас? А должно, да? Я не знаю. Задача ведь не стояла? Должно получиться? Нет, задачи нет. А, нет, навряд ли. Блин, зря ты так. Я теряю уверенность. Обычно получается лучше, чем хотелось. Река, камера, мотор, пошел! Блядь, мне какая-то хуйня усилила. Вот этот куст желтый, да. Метр от меня. Еще, вот подвигайся камеру. Стоп, стоп. Видишь, передо мной, да? Ну вот этот. Нет, нет, вот нет. Этот. Вот этот. Ты должен его едва коснуться ногой, вот этой ногой части. По этой части, по правой части? Да. Хорошо. Вот такие сложные творческие задачи ставят перед нами. Вот, Владик, смотри, какой у нас закат, да, завершается съемочный день. Сегодня супер день, потому что, во-первых, нам удалось спасибо, Петя, приехать сюда, потому что Петр Ангел — это замечательный профессионал своего дела. Он сделал потрясающий для нас клип, и надеемся, что сегодняшняя работа смотри, будет вода еще как пошла. Ярче, еще однозначно ярче. Могла бы в клипе сейчас вода, смотри, как двигается. Класс, класс. Да, цвета просто, не знаю, передает телефон, нет. Прекрасное завершение дня. Любо мне, когда Дон разливается, и зеленеют рощи по весне, и туман над рекой расстилается. Ай да чего же любо мне, и туман над рекой расстилается. Ай да чего же любо мне? Любо мне, когда зоренька ясная багрянцем отражается в окне и блестит в куполах солнце красное. Ай да чего же любо мне, и блестит в куполах солнце красное. Ай да чего же любо мне. Любо мне, когда песня знакомая растеребит сердечно душу мне,
И в кругу за столом вся родня моя. Ай да чего же, Люба, мне? И в кругу за столом вся родня моя. Ай да чего же, Люба, мне? Люба мне, когда в тихой обители церковный праздник на молебене призывают Николу святителя. Ай да чего же, Люба мне, призывают Николу святителя. Ай да чего же, Люба мне? Люба мне, когда удаль горячая наводит страх на басурманы мне. Люба добрая, слава казачья. Ай да чего же, Люба мне? Люба добрая, слава казачья. Ай да чего же, Люба мне? Люба добрая, слава казачья. Ай да чего же, Люба мне?